Капитальный ремонт по-омски – это когда сняли кровлю с дома и забыли ее закрыть. В таком состоянии много месяцев находятся десятки многоэтажек. Жители дома номер 11 по улице Добровольского в полной мере испытали на себе все прелести такого ремонта. Журналист и депутат Законодательного собрания Омской области Константин Ткачев вместе с жителями этого дома поднялся на крышу и увидел там много интересного. «Управимся за пару месяцев», – обещали строители жителям этого дома. Новый год люди встречали без крыши над головой, а новогодние каникулы сменились перебоями с поставками строительных материалов и невыплатой зарплаты. А там уж и весна со своей оттепелью подоспела и побежала в квартиры. Вот мы на крыше пятиэтажки. Можно посмотреть, как выполняется ремонт. С виду все замечательно, все закрыто. Но, видимо, вот основная проблема – снег, погода, который превращается в лед, а при плюсовой температуре, естественно, он растаивает и через отверстия капает и пробирается даже до вторых этажей. Сначала капать начало вот так вот здесь капало, а потом вон там вот все, просто вот так потоком начало литься. Спускаемся на этаж ниже, картина та же, тазиков и ведер не меньше. Ну вот тут вот. Вот сверху над шторами тоже все обои отошли. Вот тут. Тут тоже все отошло. Отошли отдел и строители. Говорят, едва не случилась забастовка. Подрядчик пеняет на региональный фонд капитального ремонта, тот переводит стрелки на подрядчика. И пока идет спор, крайними остаются жители дома, аккуратно оплачивающие все коммунальные платежи. Фактически без работы сидят и рабочие. По материалу была задержка небольшая, и у нас тут это, ну, с людьми небольшая вышла задержечка, что у кого-то был инфаркт, инсульт, человека парализовало, ну, не связано с работой. Вы вдвоем будете еще 3 месяца здесь работать. Ну, вдвоем, нас четверо. У вас двое? Сегодня двое. Максим, тебе-то наш дом, ты почему врешь-то? Так нет, они у нас на больничном просто. Да ну, сколько они будут болеть? Не знаю, ну, до завтра обещали. Обещаниями здесь никого уже не удивить. Жители дома пишут и звонят во все инстанции, только эффект нулевой. В качестве спасателей выступила КПРФ. Раздраженность испытывают. Люди понимают, что мы все брошенные, мы не власти этой не нужны. И прямо люди и говорят, мы никому не нужны. Куда? Единственное, вот, когда я обратилась к Алехину, спасибо ему, Андрею Анатольевичу, когда обратилась, и все прошли, я прошла буквально за полчаса, чтобы собрать подписи. Все, никто не отказался. Только говорят, помогут. Коммунисты. Огромное количество затопленных квартир, некачественно сделанный ремонт, ущерб на миллионы рублей и сотни судебных разбирательств, пустая казна города. Вот реальная картина капитального ремонта по-омски. Негодование жителей Омска справедливо. Весенняя изменчивая погода не изменила одного. Люди по-прежнему считают капремонт вымогательством со стороны действующей власти. Константин Ткачев, Григорий Бадьянов, Обком ТВ.